Двери Казанского университета вновь открылись для очередных экспертов. На этот раз вторая физическая аудитория объединила специалистов по профессиональной общественной аккредитации образовательных программ в области юриспруденции. Семинар с экспертами провел кандидат юридических наук Московского государственного университета имени Ломоносова. Николай Белокобыльский обсудил с присутствующими процедуру аккредитационных экспертиз в вузах, обозначив основные задачи, которые приходится решать эксперту при проведении проверок. Также была отмечена важность объединения усилий образовательной деятельности и Министерства образования и науки России для повышения качества юридического образования, предоставляемого учебными заведениями. Одновременно с данной встречи также в КФУ прошел круглый стол в рамках Kaizen Legal, где участникам раскрыли основные претензии работодателей к выпускникам-юристам. Исследователи задались вопросом, какими же качествами должен обладать выпускник при приеме на работу. На первом месте личностные и деловые качества. Они даже перевешивают значимость уровня профессиональных знаний. Адель Шамилова, Владислав Михневский, Универньюз.